Другим темам. Крупный и горит долго. Жители населенных пунктов региона довольны качеством кузбасского угля, который в этом году поставляют в деревни и села. В регионе продолжается так называемый северный завоз. При этом с опережением графика к зиме уже готовы Харутаха, Ривьер, Коткино, Щелино, Тошвиц, Калабожская, Пылимец, Несть, Чижа, Кия и Шойна. Эти населенные пункты в полном объеме обеспечены всеми видами топлива, в том числе дровами и углем. Знакомая, у нее котел стоит, система отопления уголь, не остывает сутки, выгребает, когда шлак, поставила ведро в коридоре, у нее прогорел пол. Уголь очень хороший. Были раньше случаи, что доставка в сентябре, где-то к октябрю уже люди как бы волновались, переживали, как бы поздно. А вот последние годы всегда рано, да. Июль это уже всегда. Резино все. На сегодняшний день план по доставке угля в регионе выполнен на 62%, а дров на 39%. Дизельным топливом населенные пункты обеспечены почти на 76%, техническими маслами и смазками на 60,5%. Всего за период навигации в деревни и села по воде планируется доставить около 28 тысяч тонн угля, 13 тысяч кубометров дров, чуть меньше дизтоплива. Масел и смазок необходимо доставить 120 тонн, бензина 260. Северный завоз в регионе должен завершиться до 1 сентября. Сейчас теплоходы взяли курс на восток Ненецкого округа.